Сегодня у нас 29 августа 2016 года. Снимаешь? Да. Просили, говорит, утренний завтрак показывать, и там мы ели в пост. На 2 часа, говорит, дальше есть охота будет. Мы так, как обычно, 3 раза. А вот сейчас пост кончился. Вот сегодня вечер. Вечерний. Вот сестра, так то блины кто дал? Валентина Тихоновна. Моя сестра приготовила блины. В обед были блины с творожниками, а сейчас блины просто отдельно блины. Блины, каша рисовая с молоком, да? Да, на молоке. Отдельно простокваша. И прислали они, вот это как домашний сыр сделаны. А сестра, это Надежда Васильевна кто дал? Валентина тоже Валентина? Нет, вот Надежда Васильевна дала. Вот. С творогом. Когда это было? В обед? Да, в обед. А это чья? Надежда Васильевна. А порция-то чья это? Наша. Не делил? Нет еще. Видите, а сестра блины, жена блины с творогом. Это не то, что в городе. Вот сколько творога. Это тоже Валентина Тихоновна. Валентина еще и ватрушки. Булочки. Наша, как обычно, так больше не трогать, это Володя. Он не ел пока. 5 огурцов и большая морковь. Ну и, как всегда, помидоры с луком нарезанным, репчатый лук, масло растительное и соль. Ну и Володины лепешки. И вода картофельная из-под картошку варили осталось. А самой картошки-то и нету. Ко? Съели. Видите? Есть, есть. Есть она. Вот, утром, значит, гальяня икра была, еще не доели, да? Вот, вот она. Ну, картошка вареная. Пожалуйста, доставайте. Вот что-то не для вареного, я не буду есть. Это мне осталось. Блины. Это уже не постная пища. И отдельно чеснок. Хорошо поработали. Мы в 7 часов ужинаем. Утром в 7. Летом было 8. В 2. Обед. Смотрите, обед. Мяса у нас нету. Когда Сергей Пупков был, там батюшка что-то давали, а сейчас никто не берет. Вот и все. Смотрите, какая еда. И это у нас не покупается. Куплено ничего нет. Это остаток, что у нас оставалось от детского лагеря. Садись, поедим. Угу. Сегодня у нас понедельник только. Второй день после поста Успенского. Вот я залез не туда. А еще у нас утром была кукуруза. Где она? Витина сестра Ольга Симоненко приехала. Но кукуруза такая. Как бы, ну, местная. Можно сказать, почти недозрелая. Интересный батюшка сейчас случай рассказывает, пришел. Вот она, кукуруза. Ну это интересно. Все равно кукуруза, то есть несколько штук съешь, она что-то будет. Игорь стал убирать свой горох. Ну это горох не мало, это машины. Это Володина. И там где-то что-то наматывается. И машина останавливается. Игорь взял и тоже не знает, что делать. Скотчем обмотал. И она не стала заматывать, видимо, скользить дальше. А фермер Долгов, он за 16 километров подстёпный, Женя. У него 7600 гектаров. 7600. А у Игоря там 200 всего. И Игорь позвонил и говорит, наматывается, наматывается, останавливается работа. Он говорит, а я сделал, Игорь. Да ты что, он сразу забрал главного своего агронома, сюда сейчас приехали, а батюшка смеется, говорит, ты за патента получать должен что-то. Видишь как? А Женя каждый год мне дает 2 мешка семечек, подкармливает голубей. В прошлом году 3 раза присылал грейдер разгладить
песок, щебенку. И нынче, если погода позволит, и вот сейчас эту дорогу нашу новую, 100 метров, опять свет не без добрых людей. Я вот сегодня, да и мы с Сеней, я только прощаемся с братом Михаилом Кальмаем, он ночью уезжает. Две машины уходит Игорь, с ним Маша едет, места нету завтра. Приезжали тут к Любе взять. Не взяли, говорит, едем на дачу. Ну, главное, отказали. Теперь только уже пошел к Лене, билет заказали, заплатил, чтобы сесть. Витя его отвезет. И вот что осталось после брата? Был он, помог, главное, пол в другой комнате Володиного дома. Пол сохранить. Как лаги подводили, там все это мазали. Делал в новом месте туалеты двойные, то есть на два входа. Это не просто так, это в деревне, это большая работа. Никита выкопал ямы. Тут мы дали материалы, с ним помогали. У меня велосипеда неприятности были там какие. Колесо там, что-то втулка. Подшипники рассыпались. Направил другое, взял он. Вчера гляжу, у меня там что-то разболталось. Китайский, ну до того паршивые. Просто обидно даже. Они безбожники, у них не верят они ни Аллаху, ни Иегове, никому. Утробные, как черви. И все захватили, все делают. И делают на один раз. Первый раз видел, ножовка на один раз. Разовая. Я ее начал точить, я всем точу. Развод, она совсем перестала пилить. Ох и хитрые. Отраву всякую распространяют тут. И урожаи такие, это попутно сказать. Вот Михаил уезжает, и я думаю, кто на меня нападает? Неприятели, так скажем. Сатана побуждает. Возбудил дух сатана их там. Разные нападают, Скуратовские, точно. Скажи, вот ты бы был здесь, что ты мог? Тем более он помог-то не для меня, а фактически-то. Я тут езжу не для себя, я прудами занимаюсь, дорогой. Сейчас вот два дома ремонтируем, наружу сначала привезти, даже еще не внутри дома. Усадьбы, все завалившееся, хозяев не было 13 лет, там толстым слоем все откапывать приходится. А он везде, везде, везде оставил добрую память. Вы могли бы это сделать? Только руками сплеснешь. Нигде не предложили ни помощь, ничего нет. Сегодня я все это размышлял, ходил, и суд Божий где-то рядом, и Бог спросит наши дела, как вот этот мы делали все. Это мы находимся в бывшем уже как лагерь, наша кухня и столовая. Видите, она как сделана. Ну из чего собрано-то? Ну уютно, она была намного меньше, а теперь довольно большая. Большая, она метров, наверное, 4 с лишним длина. Ну да, ну и ширина где-то больше 3 метров, да и высота такая, холодильники стоят. Еще не возьмись, брат, то холодильник отремонтировать, то еще что-то. Вот приехал после операции, вот жена его не была еще ни разу здесь, ну, отношения как будто бы не враждует. Сначала с ужина и показать. Нам есть чем угостить гостей. Видишь, какие блюдечки там, тарелки приносят. Какие еще? У нас такого нету. Это мы для них, и они для нас все. Мы стараемся каждому чем-то помочь. Что делаем для деревни. И они это знают. И стараются нас подкормить. Арбуз в обед был. Вчера дыня была. Это, там то баба Серафима, то еще кто-то. Не Анила, там другие все несут и несут. И все. А мы как будто бы так и надо. За один вечер только. Что у нас на столе есть? Благодарение Богу. Слава Христу за друзей, за врагов, за всех. За всех. За надзор, за прокуратуру. Без воли Божьей волос не упадет. Без воли Божьей ни одна собака не тявкнет. Ни один пес языком не пошевелит. Бог допускает, испытывает. Конечно, больно было, когда меня 9 января 86 года арестовали. Весь день допрос. Это обыск, не допрос. Как я помню, пошел, я говорю, в туалет сходить надо. И меня провожает, а чтобы я не сбежал, подполковник КГБ.
потом полковник. Понимаете, честь какая. Печально. Везут меня, видимо, в КГБ или в СИЗО повезли. И мимо городской большой елки. Катаются, играют, а меня арестованного везут. Ну, на душе ясно дело, что не праздник. Еще не дожил до этого совершенства. А потом, все, видишь, как вывернуло. Прокуратура сажала, прокуратура или реабилитировала. Прокуроры участвовали в расстрелах, никого не судили. Потом реабилитируют. Без воли Божьей ничего не бывает. Садись за стол, Володя. Богу слава. Слава Христу.